Александра Ивановна, здравствуйте! Вот мы и дома, наконец! Слава тебе, Господи! 6 месяцев не видели мы ни паркета, ни кресел, ни высоких потолков. Всю зиму проспали, как медведи в берлоге. Вот только сегодня выползли на свет Божий. Сергей Павлович! Пополнел. Черт знает, чего только. Порфирий Семенович очень рад вас видеть. Как поживаете, как живете, можете. Да садитесь же, господа, рассказывайте как. Жарко сегодня. Я сажусь, прелесть-то за запах. Мне кажется, мы уже 100 лет не видались. Мишель, Мишель, я сдаюсь. О! Моя книга. Узнаешь, Саш? Есть только одна врожденная всем ошибка. Это убеждение в том, что мы рождены для счастья! Для счастья! Для счастья! Именно за этой книгой просиживал я дни и ночи 6 месяцев тому назад, отыскивая с генеральшей причину всех причин. Я заждалась, терпение потеряла. Здорово! Очень здоровые. Как жилось, Михаил Васильевич? Пил, ел, спал. Майн Рида жене вслух читал скверно. Жилось хорошо. Но только скучно, разумеется. Не скучно. А очень скучно, душа моя. За вами скучал страшно. Как кстати для меня теперь мои глаза видеть вас, Анна Петровна, после долгого, томительнейшего безлюдья. И сквернолюдья. Ведь это ж непростительная роскошь. Знаете, вам за это купилось. Мерси. Это вчера мне. В 11 видел у вас огни. Да побоялся зайти к вам. Небось, утомлены были. Черт возьми, вот память-то, а. Что ж ты раньше-то молчал? Женился и молчит. Я забыл, они молчат. Я забыла, пока он тут говорил. Сергей Павлович, я поздравляю вас. И желаю вам всего. Всего. После скажу, чего. Совет да любовь, мил человек. Чудо сотворил, Сергей Павлович. Я от вас такого важного и отважного поступка никак не ожидал. Как скоро и как быстро. Кто мог ожидать от вас такой ересь? Ух, каков я. Да я сам от себя не ожидал такой ереси. Вмиг, батенька, склеилось дело. Влюбился. И женился. Без влюбился не проходила ни одна зима. А в эту зиму еще и женился. Цензурой обзавелся, как говорит наш поп. Жена – это самое ужасное. Самая придирчивая цензура. Горе, если она глупа. Сереж, объясни мне, пожалуйста, что значит это объявление в ведомостях? Да, не беспокойся, это маленькая коммерческая комбинация. Будут торги и имение наше. Не будем говорить об этом. Да, жалко, что ты встала перед высоким материей, мне зевать хочется.
церкви же что, сегодня праздник какой-то? Нет. Ходила заказывать отцу Константину обедню. Сегодня именинник, Мишин отец покойный. Ой. Неловко было как-то не помолиться. Никиту отслужил. А сколько прошло с тех пор, как скончался ваш отец, Михаил Васильевич? Года 3-4. Ну, 3 года и 8 месяцев. Ой, как время-то идет, а? Только с удовольствием мы виделись с ним последний раз. Добряк был ваш отец. Доброе имел сердце. Не доброе, а безалаберное. Великий! Великий человек был! В своем роде. Я уважал его, были с ним прекраснейших отношений. А я вот так не могу похвастаться этим. Я не люблю этого человека. Не люблю. За то, что он умер. Ой. Спокойно. Умер так, как умирают честные люди. Быть подлецом и не хотеть сознавать этого. Страшная особенность русского негодяя. Знаете, о мертвых или хорошо, или ничего. Нет, а латинское есть. По-моему, обо всех. Или ничего, или веритас. Но лучше веритас, чем ничего. Поучительные, по крайней мере. Полагай, что мертвые не нуждаются в уступ. Спасибо. Спасибо. Вы добряк. Откровенно. Вы певец. Откровенно. Еще сильнее. Привязывает меня к вам. Пыхтит, возьми. Человек. Пыхтит, как локомотив, поколейный человек. Жаркий ночь, темперамент в воздухе. Тимофей Гордеевич. Жарко, как баня на самой верхней полочке. Темперамент градусов 30, надо полагать. Что бы это значило? Отчего это так жарко, Тимофей Гордеевич? Вам это лучше знать. Я не знаю, я школьный учитель. А я думаю, от того так жарко. Михаил Васильевич, чтобы мы с вами засмеялись, если бы в июне месяце было холодно. Вот правда. Вот это, Порфирий Семенович, веритас. А какого вы мнения, Тимофей Гордеевич, касательно всего остального прочего? А никакого! Что и требовалось доказать. А какого вы мнения, господин поколейный человек, чтобы Анна Петровна дала нам, наконец, выпить? Ждите, Платонов, ждите. Все ждут, и вы ждите. Повар изволил ради нашего приезда на Лизации, теперь без вас. Аппетитов он наших не знает. Не знает он, как нам с вами, в особенности вам со мной, выпить и закусить хочется. Ой, не только выпить и закусить хочется. Сколько бунт поднимать? Не любит, когда люди покойно сидят. Не люблю, когда людей жаждет Аля Толстая. Погодите, сейчас я дам вам поесть. Давно бы так. Где же моя жена, господа? Ой, Михаил Васильевич ведь ее не видел еще. Надо познакомить. Пойду ее искать. Ей должно быть так понравился дом, она никак не расстанется с ним. Между прочим, Сергей Павлович, я просил бы вас не представлять меня вашей супруге. Мне хотелось бы знать, узнает ли она меня или нет. Я был с ней знаком когда-то, немножко. Знакомый с Соней. Был во времена он, когда еще студентом был, кажется. Не представляйте, пожалуйста, и молчите, не говорите ни слова обо мне. Хорошо. Вот человек со всеми знаком. И когда успевает знакомиться? Надя, эта жара напоминает мне жиду Палестину. Там говорят, эти несчастники! Какая важная корреспонденция сегодня в «Ведомостях». Абрам Рович, вас-то вас каким-то людоедом выставили. Вся Европа ужаснется. Ах, так это вот про кого? Вот это кто такой Ве? А кто ж такой Бе? А это я! Если бы я умел писать, то непременно писал бы в
Нас почему-то принято пишущих, а умными считать. Не правда ли? Барбери Земляныч, это ведь вы написали эту корреспонденцию. Нет, я писал правду, только откуда вам это известно? Так все можно узнать, лишь бы только желание было, вы заказным посылали. Да. А приемщик на нашей почте имеет хорошую память, вот и все. И разгадывать нечего, так что... Не бойтесь, мстить не стану. Я не боюсь, но мне странно. Здравствуйте, господа! Здравствуйте, Здравствуйте. Петр Васильевич! Здравствуйте, Мария Ефимовна! А я не вижу тут ничего странного. Было бы странно, если бы кто другой, а не Абрам Абрамович, влез в чужой конверт или в чужой кошелек. Он специалист по этой части. А я ведь не говорю этого. Не вмешивайтесь, Михайлович. Ой, я плут! Я плут! 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 Но имею обыкновение оскорбляться, когда меня величают плутом. Простите, я все понимаю. Отлично! Понимая друг друга, мы не найдем до глупости. Не станем оскорблять ни в село, ни городу друг друга. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здрасте еще раз. Дайте же руку. Не нужно. Почему? Недостойно. Я не знаю, достойны вы или недостойны, но вы ведь не искренны. Почему же вы знаете, что не искренны? А вы не стали бы целовать мои руки, если бы я не сказала, что не люблю этого целования. Вы вообще любите делать то, чего я не люблю. Вот же заключение. Философствует, химией занимается и такие изречения откалывает. Как ваш клоповый эфир, Мария Ефимовна? Какой эфир? Клоповый. Я слышал, что вы добываете из клопов эфир. Копите, обогатите науку. Хорошее дело. Вы все шутите. Какая вы розовенькая. Как вам жарко. Почему вы мне сейчас все это говорите? Поговорить хочу с вами. Давно с вами не беседовал. Зачем же сердиться, когда вы, наконец, перестанете на меня сердиться? Вы знаете, я стала замечать, что вы чувствуете себя в своей тарелке, когда меня обидите. Я не знаю, чем я мешаю вам, но я делаю вам удовольствие, по возможности избегаю вас. Плакать собираюсь. Поплачьте. Слезы приносят иногда облегчение. Надо вам извиниться, Михаил Васильевич. Для чего? Спрашиваете? Вы ли жестоки? Извините. Нелюбезно, я не ждал от вас. Понимаю, нет. Извините меня, Мария Ефимовна, это я виновата, я не успела подумать. Извиняюсь. Публично прошу прощения. Сгораю от стыда на 50 кострах. Давайте руку, помиримся, не будем хныкать. Клянусь честью, что искренне. Мир. Мир. Мир! Как оно изменилось?
прикажете. Суд, Егор, ну, милейший мой друг, дала мне слово, что в четверг вы все будете у меня. Ну, мы и сдержим это слово, прикатим к вам целой компанией. Да, вы ведь у меня ни разу не были, Суд, Егор, да. У меня, надеюсь, понравится. У меня сад лучше вашего. Река глубокая. Лошадки есть хорошие. Молчание. Дурак родился. Или пролетел тихий ангел. Нечего здесь делать тихому ангелу. Кто это такой? Это... Это наш учитель. Фамилии не знаю. А как к вам ехать, Порфирий Семенович? Через Юсновку? Да нет. Круг дадите. Если поедете через Юсновку, езжайте прямо на Платоновку. Я проживаю почти что в самой Платоновке. В 2 верстах от нее. А я знаю эту Платоновку. Она еще существует? Ну, как же. Я когда-то с ее помещиком была знакома. С Платоновым. Сергей, ты не знаешь, где теперь этот Платонов? Мне кажется, я знаю. Не припомнишь, как его зовут? Я тоже был с ним когда-то знаком. Его зовут, кажется, Михаилом Васильевичем. Ах, да? Да-да-да-да. Его зовут Михаилом Васильевичем. Когда я была с ним знакома, он был еще студентом, почти мальчиком. Что вы смеетесь, господа? Я ничего не нахожу остроумно в моих словах. Вы знаете же его, наконец, а то он лопнет от нетерпения. Да, он. Ну что же вы молчите, Михаил Васильевич, неужели это вы? Не узнаете, София. И не мудрено. Прошло 4,5 года, почти 5 лет. А никакие крысы не в состоянии изгрызть так хорошо человеческую физиономию, как мои последние 5 лет. Я только теперь начинаю вас узнавать. Как вы изменились? На это, София, рекомендую тебе его жена. Александра Ивановна. Очень приятно. Вы уже и женаты. Впрочем, 5 лет. Молодец Платонов, он нигде не бывает, но всех знает. Это, София, рекомендую вам наш труд. Этой роскошной рекомендации вполне достаточно, чтобы иметь право спросить вас теперь, Софья Егоровна. Как вы вообще поживаете? Поживаю вообще очень сносно. Вы как поживаете? Что поделываете теперь? Со мною судьба моя сыграла то, чего ни в коем случае не мог предполагать в то время, когда вы видели во мне второго Байрона, а я в себе будущего министра каких-то особенных дел и Христофора Колумба. Я школьный учитель, Софья. Только всего. Вы? Да, я. Пожалуйста, немножко из стран. Невероятно. Почему же не больше? Мало одной фразы, Софья Егоровна, чтобы ответить на ваш вопрос. Университет-то вы, по крайней мере, кончили? Нет, я его бросил. Ну, я думаю, однако, это не мешает вам быть человеком. Виноват. Я не понимаю вашего вопроса. Я неясно выразилась. Я думаю, не мешает это вам быть человеком-тружеником? Хочу сказать,
на поприще, ну хоть, например, свободы, эмансипации женщин. Не мешает это вам быть служителем идеи? Забралась. Как вам сказать? Пожалуй, что это и не мешает. Но чему мешать-то, мне ничто не может помешать. Я лежачий камень. Лежачие камни сами созданы для того, чтобы мешать. Поздравить ваше превосходительство с приездом. Желаю вам всего того, что вы себе от Бога желаете. Скажите, пожалуйста, вас только здесь не хватало. Вы зачем приехали? Я поздравить? Нам же сынок. Потом танцуй! Это стальное! С приездом, ваше превосходительство! Сергею Павловичу с браком законным желаю, чтоб все, что касательно семейства, выходило лучше всего. Дай Бог! Спасибо, Софи, рекомендую тебе. Это наше войницевское пугало. Уходи, Осип, скажи на кухне, чтобы дарить тебе память. Дади. Ой, Эки, ведь какие у него зверские глаза. Много за зиму нашего леса накрал. Деревца 3-4. Сберешь больше. А у него и цепочка. Скажите, это золотая цепочка? Позвольте узнать, который теперь час? Да, мадам! Да с моя у! 22 минуты второго! Ага. Анна Петровна, разрешите мне вашу ручку поцеловать? На целую. За дураками, а не наоборот. Софья Егоровна, честь имею представить, Осип, чужеяд, конокрад, человек-убийца, и вот, кстати, отчеты не на каторге? Кончайте, пожалуйста. Нет, ну отчеты не на каторге. Надоело. Ты не от мира сего.
вне времени и пространства, вне обычаев и закона. В законе написано, что только тогда пойдешь. В Сибирь, когда на тебя обстоятельно докажут, или на месте преступления поймают. Всякому по ложам известно, что я по ложам вор да разбойник. А не всякий доказать это может. Не смел ночи народ стал. Глуп, неумный, то есть боится всего. А и доказать боится, прислать бы мог. Законов не понимает, все ему страшно. Все норовит из-под тяжка, артелью. Пакостный народ, плевый. И обижать такой народ не жалко. Я полагаю, можно оставить в покое. Про тебя толковать нечего. 60 кабаков. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 63 кабака. Через год будет 73. Вернее, Николай Васильевич, не нужно распалять свои инстинкты. Ему хочется меня отсюда выгнать, но не удастся. Удастся, не удастся. Что мне ставить, Платон? И вы не распространяйтесь, а прямо говорите. Перестанете вы меня. Молчи, ради бога, на меня отравить. Что бы ты ни вы, молодой человек, позволяете себе читать мне мораль, да еще в такой форме я. Я гражданин. Скажу правду, я полезный гражданин. Я отец объекта. Правда. Слышь, промотавшийся помещик, взявший в свои руки святое дело, на которое не имеете ни малейшего права, как испорченный человек. Гражданин? Если ты гражданин, то это очень нехорошее слово. Ругательное слово. Он не перестанет, Платонов. Ну зачем отравлять нам день Машу Лизаневскую? Зачем лишнее говорить? Ну имеете ли вы право? Вот это справедливо. Посему с этой же минуты всеобщий мир, согласие и тишина. Но не дает и минуты покоя. Что я ему сделал? Что я ему сделал? Как поглядишь вокруг себя, подумаешь серьезно, просто в обморок падаешь. Что ужаснее всего, так это то, что все мало-мальски честное, сносное, молчит, нетрески молчит, как смотрит. Все смотрят на него с боязнью, все обязаны ему с головы до пят этому позолоченному выскочке. Честь в трубу вылетела. Родись, Платон, знаешь, в кого не вскоре, я его терпеть не могу. Ладно. Ладно. А? Месье! Месье, что там еще? Комт на гульне. Что? Что? Граф Глагольев, ваш сын Порфирий Семенович. Мой сын? Откуда он мог взяться, он за границей? Что за церемония? Проси. Здрасте, мадам месье! Платонов! Опа! Героичу! Войницему! Чудак Платонов здесь, а ну... Почет и уважение. И Кирилл приехал. Ай, жарко, жарко в России. Это же только что из Парижа, только из Парижа. Домой только чемоданы завяз. Да. Господа. Париж. Это город. Садитесь, французский человек. Нет, я не в гости. Да, не отца надо видеть. Ты что делаешь? Послушай, а? Мы с тобой дома об этом потолкуем, да? Дурак. Ты спутки все это! Ты смеешься?
Как вам жилось в Париже? Да вы сядь! Я воротился из Парижа, мадам, по его милости! С одной зубочисткой в кармане, а? Я выслал ему 35 телеграмм! Да почему не выслал мне денег, когда я попросил? Он краснеет! Ему стыдно! Краснеет! Ему стыдно! Не делай, Кирилл, скандала. Я полагал, что 6000 будет достаточно. Давай деньги, и я уеду. И давай мне сейчас. Я спешу. Куда? Куда вы так спешите? Успейте еще. Расскажите, когда лучше что-нибудь из вашего путешествия? Прижаним, нечего кипятиться попусту. Идемте жевать. Жарко. Какие у вас удивленные глаза? Для вас этот мир неведомый мир. Это мир глупцов, Софья Ивановна. Мишель. Глупцов набитых, невылазных, безнадежных. Александра Ивановна! Жарко. Ты через год уже человеком станешь. Отстань, сорванец. Прошу. Мерси. Черт знает, что за самолюбие, господа. Его гонишь, а он сидит, как ни в чем не бывало. Вот ж воистину... хамское, барышническое самолюбие. Мое лицо не будет! Вот не дал Бог нам евреям поэтических физиономий. У нас в России все и болезни лечить могут. Всякие. А ежели кого бешеная собака укусила? Хорош, что бешеную собаку укусила. Да нет, что вы. Я спусь с вами. Ну, успокоились. Успокоился. Мы не будем сердиться. Все они, наша дорогая генеральша, достойны того, чтобы всякий, всякий выгнал их всех из этого дома. Я сама бы не уносила их, Владимир. Выгнала бы всех этих гостей. Вся и беда наша в том, что честь, которую мы тут сегодня трактовали на мой счет, удобоваримо только в теории, но никак не в практике, ведь... Все это наши кредиторы, благодетели, не я и не ваши красноречия не имеем права прогнать их. Посмотри на них косо, и завтра же нас не будет в этом имении, или честь, как видите, выбираю имение.
Понимаете, это длинный пустослов, как хотите. Но если вам не угодно, чтобы я уехала из прекрасных здешних мест, то не напоминайте мне о чести, не дразните моих гусей. Гусь, гусь. Ка-ка-ка! А, есть хотите? Да-да-да! После обеда будут танцы. Не смейте уходить. Заживем? Петрарка. Che dolce più. Che più c'è contestato. Sario di quel d'un amaroso cuore, che viver più felice e più beato, che ritrovarsi servitù d'amore. Se non fosse l'uomo sempre stimolato, da quel sospetto rio, da quel timore, da quel martir, da quella frenesia, da quella rabbia, detto gelosia. Счастлив. То есть, не то чтобы счастлив, но с точки зрения, нельзя сказать, чтобы совершенно, но вообще очень счастлив. Она была чудной девушкой. Сергей Павлович. Объясни мне, пожалуйста, что значит это объявление в ведомостях. Неужели в самом-таки деле пришла пора? Нет, не беспокойся, это маленькая коммерческая комбинация. Будут торги. И имение наше купит Глаголев. Порфирий Семенович освободит нас от банка, мы ему, а не банку, будем платить проценты. Это его выдумка. Не понимаю, какая ему тут выгода? Дарит он вам, что ли? Не понимаю я этого подарка. Да и вряд ли он вам нужен. Да нет. Я, впрочем, сам не совсем понимаю. Спроси маму. Мама растолкует. Я знаю только, что имение после продажи. И после продажи останется за нами. А выплачивать за него мы будем. Глагольеву! Мама, он сейчас же выдает ему своих 5000 в уплату. Во всяком случае, с банком не так удобно вести дела, как с ним. Серж. Да надоел же мне этот банк! Бросим коммерцию.
выпьем за наши хорошие отношения, друзья. Пусть судьба лишает меня всего. Пусть пропадут к черту все эти коммерческие комбинации. Но были бы живы да здоровы люди, которых я люблю. Вы. Спасибо. Вы. Моя Соня. Моя мачеха. Вас моя жизнь. Я выпью. Я выпью. И выпью должно быть все. Давно не был пьян. Хочется напиться. Хороша тройка. О, дружба, это ты. Ох, о, дружба, это ты. Запрягуль я тройку гордых, темно-карих лошадей. И помчусь я в ночь морозу красной девице своей. И помчусь я в ночь морозу красной девице своей. Выпьем за благополучный исход всех дружб, в том числе и нашей. Да будет конец ее так же не бурен и постепенен, как и начало. Пью за твое здоровье. Гамлет. Вино отравлено. Наши отношения превращаются в какое-то недоумение. Виноват я, противен. Вины я никакой за собой не чувствую. Потрудитесь сейчас же вывести меня из этого институтски глупого положения. Выносить его долю я не намерен. Я признаюсь, я вас избегаю немножко, зная, что это вам так неприятно, я иначе повела бы дело. Признаетесь? Избегаете? За что? С какой стати? Не кричите на меня. Я избегаю не вас, собственно. Я избегаю бесед с вами. Человек вы, насколько я вас знаю, хороший. Здесь все вас любят, уважают. Многие даже поклоняются вам. Почитают за честь поговорить с вами. Надя. Студент любил девочку. Девочка
любила студента. История слишком старая и обыкновенная, чтобы придавать ей для нас с вами теперь какое бы то ни было значение. Не в этом, впрочем, дело. Дело в том, что мне кажется, что вы преувеличиваете наши отношения добрых знакомых. Вы как-то странно смотрите. Выходите из себя. Хватаете за руку. Для чего все это? Что я для вас? Одним словом, вы не даете мне покоя. Можно подумать, что вы выжидаете какой-то удобный случай, который вам для чего-то нужен. Все. Мерси за откровенность. Выходит, значит, что вы не ненавидите меня, а просто трусите. Трусите, Софья Егоровна. Перестаньте, Платонов. Я не боялась и не думаю вас бояться. Где ваш характер? Где сила здравомыслящих мозгов? Если первый встречный, маломальски небанальный мужчина может казаться вам опасным для вашего Сергея Павловича. Какая глубокая испорченность. Впрочем, виноват я, увлекся. Извините за неприличный выход. Я не имел права говорить сегодня. Вы никакого не имели права говорить мне такие вещи. Если вас слушать, то это совсем не значит, что можно говорить все, что вам вздумается. Ступайте от меня. Вот что? Ищут, хватают вас за руку. Вас бедную хотят отнять от вашего мужа. В вас влюблен Платонов. Оригинал Платонов. Какое счастье, блаженство. Да ведь это такие конфеты для нашего маленького самолюбицы, каких не едал ни один конфетный фабрикант. Смешно. Не к лицу развитой женщине эти сладости. Вы с ума сошли. Для чего вы мне все это говорили? Хотели меня ошеломить, а я этого не выношу. О чем задумалась? Не знаю. Ты чуждаешься моей помощи? Неужели я не в состоянии помочь тебе? Что за тайны, Софи? Какие тайны? Тайны от мужа. Я сама не знаю, что во мне происходит. Не мучь себя понапрасну, не обращай внимания на мою хандру. Отсюда? Отсюда! Куда? Куда угодно! Хоть за границу уедем! Ах, ты этого хочешь! Но зачем же? Все идет хорошо. Все идет благополучно. Но я не могу. Уехать нужно. Откуда у вас, у женщин, берется столько тоски? Ну, полно, чего тосковать? Будь весела! Живи, пока живется. Ну неужели нельзя эту тоску, как Платонов говорит, по шапке? Ба, очень кстати вспомнил Платонова. Поговори с ним по душе, откровенно, как рукой снимает тоску. Ты не хочешь понять, как мне оказывается? Я страдаю, Софи. И Павлович, можно вас вину? Что прикажете, мама? Да сейчас. Завтра же уедем. Завтра же нас здесь не будет, если ты не передумаешь. Зови, даже дело есть большое. Ну, как поживаете? Дела ваши как? Лошади, свинопасы! Ты че? Что? Что?
меня по щеке за то, что я вредный человек. А пускай вас кто-нибудь другой ударит, Осип Иванович. Давайте сюда. Хорошо, иди сюда. Ну, плюнь мне в глаза за то, что я вредный человек. Entschuldigung, wer steht nicht? Боишься, значит? Тогда на колени вставай. Я кому говорю, стенам или человеку живому? И все на коленях, на колени! Ну что, стыдно стоять? Это очень приятно, человек во фраке перед разбойником на коленях стоит. А давай, теперь кричи ура, что есть дома. Ура! Я с вас теперь с вас. Что тебе нужно? Вы меня искали, я пришел. Молодой, ты как будто ты со мной не говоришь, чтобы я вообще ничего, никаких делов не следовало иметь. Ты такой нехороший человек. Я очень нехороший. Хуже все. Говори тише. Сколько я тебе денег передавал, так это ужас. А ты этого не чувствуешь, как будто мои деньги камень или какой-нибудь другой ненужный предмет? Позволяешь мне держишь, не воруешь, удивляешься сюда, ты мне пристаешь к генеральщу, что отворачиваешься, не нравится правда, правда глаза калят. Колет, колет, только не ваше, а ваше превосходительство. Ты меня сюда позвали, чтобы наставление читать, а ли по делу? Говори, тише. Видишь, Платонова? Учителя! 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 Который учит только ругаться больше не тема! А за сколько ты возьмешься искалечить этого учителя? За сколько ты возьмешься искалечить этого учителя? Искалечить? Побей так, чтобы всю жизнь помнил. Это Макус! Ну, поломай ему что-нибудь. На лице уродство сделай. Что возьмешь? Когда будешь его бить, не забудь сказать «благодарный кабачик». Разного рода резкостям, что мои слова едва ли будут вам в диковинку. Говорите, говорите, красавица. Я не красавица. Кто считает меня красавицей, тот просто не имеет вкуса. Откровенно, как на ваш взгляд? Я ведь некрасива. Говорите вы теперь, а я потом скажу. Вы или необыкновенный человек, или же негодяй, кто-нибудь из двух. Она это сказала, а это дурочка. И она туда же, куда и люди. Хорошенькая, оригинальная бестия. Яков! Василий! Доб.
добрый вечер. Здравствуйте. Что же это такое? Я же вовсе... Зачем вы меня целуете? Вы меня что, любите? Любит? Любит? Любит! 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 Иначе бы не делал так. Любишь, да? Любишь? А ты меня любишь? Если да, то да. Любит. Любишь, да? Любишь. Нисколько, моя прелесть. Не люблю дурачков, грешный человек. Люблю одну дуру, да и тут так делать нечего. Издевается. Любит. 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 Дура! Вы издеваетесь, что ли? Я вам сказала, милостивый государь, что вы или необыкновенный человек, или же негодяй. Теперь же я вам говорю, что вы необыкновенный негодяй. Я рада, что наконец-таки узнала, что вы за птица. Прощайте! Ел? Да ничего я не ел! Василий! Это что, танцор, не танцуй? Танцевать? С кем, позвольте вас спросить? Кругом они типа, какие-то морды вокруг. Я при такой публике, я всегда предпочитаю танцам буфет. Блин, в России воздух не свежий. Какой-то промозглый, душный. Ненавижу Россию! Невежество! Вонь! Улетел! Ты был хоть раз в Париже? Нет, не был. Можешь побывать! Подойди ко мне! Я дам тебе 300 рекомендательных писем! 300! Шикознейших Платонов, французских кокоток! Да в твоем распоряжении! Спасибо! Я сыт! Скажи, это правду говорят, что... Мальчик! Ваш отец хочет купить войницу. Я не знаю! Я так далек от коммерции Платонов! Я посмотрю, посмотри, как Монпер ухаживает за твоей генерацией! Старый осёл собрался жениться! Я ему отоблю эту охоту жениться! Какие наши, а? Какая тушка! Фармены, фи-фи! Она затягивается, Платонов? Что? Сильно затягивается! Не знаю, не присутствую при ее туалете. Ну как же, мне же сказали, что вы здесь. Граф. Идиот. Немножко щекотливый вопрос. Но между нами, я полагаю, она же, ну да правда, что она любит деньги. Да положение рис. А вот об этом не знаю. Спросите у нее самой. Спросите сам, какие деньги? Какие деньги?
Это гениальная идея. Это гениальная идея! Я подойду! Спроси. И она будет моей. У меня предчувствие есть. Вот, давай пари, пари. Я подойду, спрошу, она будет моей. Ну, спроси. Говорит, пардон, мадам. Прохлада, чистый воздух. Звезды и луна. Вуаля, гуляй. Мне сегодня все нравится. А у вас галстук новый? Новый! Говорите же мне что-нибудь, Платонов, говорите, что же вы молчите, экой вы. Кто вам говорит? Скажите что-нибудь новенькое, хорошенькое, кисленькое. Вы сегодня такой хорошенький, что мне кажется, право, я влюблена в вас более, чем когда-либо. И вы сегодня такая красавица. Впрочем, вы всегда красавица. Платонов, мы друзья. По всей вероятности. Я полагаю, что большие. Я к вам сильно привык, привязан. Трудно будет отучить меня от вас. Большие друзья. Батюшка, ну что вы заладили, матушка? Друзья, друзья. К чему эти вопросики? Точно дева старая. Хорошо, ладно. Хорошо, мы друзья, а знаете ли вы, что от дружбы между мужчиной и женщиной, да, любви, единый только шаг милости высота. Вот как? Ну да мы-то с вами не дошагаемся до чертиков, как бы широко ни шагали. Не слышит себя твоя жена. Пардон, Мишель, я тыкнул, ей-богу, нечаянно. Ну, а почему бы нам и не дошагаться так, что мы не люди, что ли? Любовь – вещь хорошая, чего краснеть, да? Анна Петровна, вы или шутите, мило, или хотите до чего-то договориться. Пойдемте вальс танцевать. Не умеете вы танцевать. Мне нужно поговорить с вами. Пора. Сядьте подальше. Не начать ли мне, Анна Петровна? Ну, вы ведь опять околесную понесете. Ну, говорите, говорите, только покороче. Я буду короток. Вот что я хочу сказать вам. Анна Петровна, для чего? Честное слово, не стоит. Почему? Почему странный человек? Да вы послушайте, вы меня не понимаете. Будь вы свободны, я, недолго думая, сделалась бы вашей женой. Отдала бы вам вечное владение мое, превосходительство. Но теперь... Молчание – знак согласия. Так что ли? Послушайте, Платону в данном случае даже как-то невежливо молчать. Забудем этот разговор, Анна Петровна. Давайте, Бога ради, сделаем так, как будто его не было. Не было его. Потому что я уважаю вас. Я так уважаю в себе это уважение к вам, что расстаться с ним будет для меня тяжелее, чем провалиться сквозь землю. Друг мой, я свободный человек. Я не прочь приятно провести время, не прочь связи с женщинами, не прочь даже благородных интрижек. Ну, с вами заводить мелкую интрижку, вас делать предметом своих праздных помыслов. Вас.
умную, добрую, милосердную, прекрасную, свободную женщину. Это уж слишком. Лучше пошлите меня за 3-9 земель. Ну что, пожить месяц-другой, а там краснее разойтись? Речь идет о любви. Я люблю вас. Люблю отчаянно, бешено. Я жизнь готов за вас отдать. Если вы захотите. Люблю как женщину человека. Неужели всякая любовь должна подтасовываться под известный род любви? Моя любовь в 1000 раз дороже мне той, которая взбрела вам на ум. Ступай, милый, проспись. Проспишься, тогда и поговорим. Забудем этот разговор, Анна Петровна. Останемся друзьями, но не будем шалить друг другом. Мы стоим по отношению друг к другу лучшей участи. К тому же я все-таки хоть немножечко доженат. Женат. Ступай, милый, ступай. Женат. Ведь меня же любишь. Чего ж тут про жену-то толковать? Марш. После поговорим. Часика через два. Сейчас ты находишься в припадке лжи. Лгать я вам не умею. Если бы я умел тебе лгать, давно бы был твоим любовником. Брите, не сердитесь. Это вы так только. Невозможный человек. Это вы так только. Странный человек. Сам не понимает, что говорит. Всякую любовь подтасовывать под известный. Род любви, точно любовь писателя к писательнице. Ой, так мы, пожалуй, до страшного суда с тобой, друг милый, проболтаем. Честью не взяла, силой возьму. Силой возьму сегодня же. Вы здесь, Анна Петровна, я вас там искал. Хочется поговорить с вами кое о чем. Давайте говорить, Порфирий Семенович. Ну. Я хочу поговорить. Да. Я хочу узнать ответ моему письму. Порфирий Семенович, на что я вам сдалась? Хорошо. Я отрешаюсь от прав мужа. Не до прав теперь. Помилуй. Ну? Мне нужен друг. Умная. Хозяйка. У меня вот есть рай. Только нет в нем ангела. Часто я задаю себе вопрос, что я буду в раю делать? Я человек, не ангел. Если попаду, конечно, туда. Но откуда вы знаете, что вы будете делать в раю, если не знаете, что здесь завтра делать будете? Так. Хороший человек везде найдет себе работу. Порфирий Семенович, для чего вам жениться? На что вам сдался друг в юбке? Имею я столько денег, столько правды, ума, сколько вы имеете, я ничего не желала бы на этом свете, кроме общего блага. Ну или как бы так выразиться, я ничего не желала бы, кроме удовлетворения любви к ближнему. Я не понимаю. Ну. Пойдемте ко мне, черт вы. Нет.
не придавайте моему отказу жизненного значения. Суета, мой друг, если бы мы любили, если бы мы владели всем, что мы любим, то нам не хватило бы места для наших владений. Значит, не совсем не умно и невежливо поступают те, которые нам отказывают. Вот вам и философия на закуску. Ты здесь стоишь? Тебя же там ищут! Иди, чего иди, тебе? Иди. Чего тебе? Вот чего тебе? Тебя зовут! Кто? Люди! Знаю, что люди! А я ведь от вас не отстану. Вы другое заговорите, когда вы меня поймете. Увидимся, да? Осел, и никто его не зовет, Анна Петровна. Я его надул. Вы когда повзрослеете, сильно ругнете себя за своего отца. А шутите, Анна Петровна. Зачем я сюда пришел, Анна Петровна? Два слова. Да или нет. То есть? Ну, вот не понимаете. Да или нет. Решительно не понимаю. Сейчас поймете. При помощи Злата все понимается. Если да, не угодно ли будет вам, генералиссимус души моей, влезть ко мне вот в этот карман и вытащить оттуда мой бумажник. Папашиными деньгами. Откровенно. Да за такие речи умным людям пощечины дают. Дайте. От приятной дамы так приятно пощечину получить. Сперва пощечину даст, а потом немного погоди. Да, скажет. Берите вашу шапку и убирайтесь отсюда сию же секунду. Куда? Куда хотите убираться и не сметь показываться. Какая вы сердитая, Анна Петровна. Никуда не уйду. Я никуда не пойду. Не уйдете? Так вас выведут. Меня? Анна Петровна, я Я не понял! Вот что происходит, Софья Егоровна. С тех пор, как мы с вами расстались, не говорю про людей, что я сделал для себя. Что я в себе посеял, что взлелеял, что возрастил. А теперь страстное безобразие. Зло кишит вокруг меня. Пожирает моих братьев по Христе. Я сижу, сложив руки, как после тяжелой работы. Сижу, гляжу, молчу. Не предвижу перемен. Там,
полное халатничество, отупение, полное равнодушие ко всему, что не плоть. А там смерть, все, пропала жизнь. У меня волосы встают дыбом на голове, когда я думаю об этой смерти. Как подняться, Софья Егоровна? Молчите, не знаете. Да и знать ли вам, Софья Егоровна? Смотрел я третьего дня портреты современных деятелей. Читал их биографии. И что интересно, не нашел себя среди них. Ни себя не нашел. Ни вас, ни Сергея Павловича. С вами-то что сделалось? Где ваша чистая душа, ваша искренность, правдивость, смелость? Куда вы все это подевали? Проводить целые годы в безделии, мозолить чужие руки, любоваться чужими страданиями, в то же время прямо глядеть в глаза другим. Это разврат. Оставьте меня. Нет. Сядьте. Очень рад, что наконец-таки могу поговорить с вами. И отпущу вас сейчас. Это мое последнее слово. А какой вы были прежде, Софья Егоровна? Как вы были хороши. Как велики. Софья Егоровна, может, вам-то еще можно подняться? Не поздно? Соберите все ваши силы и поднимайтесь отсюда ради самого Бога. Скажите мне откровенно, ради того нашего общего прошлого, что заставило вас выйти замуж за этого человека? Чем прельстило вас это замужество? Он прекрасный человек. Да не говорите того, что не верите. Он мой муж, и я вас прошу. Будь он чем угодно. Я скажу правду. А чего не взяли себе в мужья труженика? Страдальца. А чего не взяли кого угодно, а не этого пигмея, погрязшего в долгах и в безделье? Извините за резкость. Вот лицо мое злое, влюбленное. Ах, как мне надоело оно. Ведь я любил вас. Я любил вас больше всего на свете. Оттого вы мне и теперь так думаете. Мои тонкие рыжие волосы, как давно они стали ничьи. Мои тонкие рыжие волосы, как давно они стали ничьи. Муж ушел, свет такой безобразный, только кровь розовеет на свет. Посмотрю-ка он там или нет. Так и есть, ах, какой неотвязный. Посмотрю-ка он там и нет. Так и есть, ах, какой неотвязный. Зачем вы пудритесь? Бросьте! Господи! Будь у меня несчастные силы, вырвал бы и вас, и себя из этого болота. А здесь вы еще больше погрязнете. Жизнь! Отчего мы живем не так, как могли бы? Оставьте вы меня! Отойдите! Отнимите руки от лица.
отнимите руки от лица. Вот так. Вот так. Вы ведь не уедете, София, да? Да? Да. Вы не уедете. Останемся друзьями, да? Да. Останемся друзьями. Зачем нам быть врагами? Соня, будем... Ах, вот они самые главные. Да? Идем огни зажигать. Не передумала, Софи. Не уедет. Здесь останется. Да. В таком случае, ура! Руку, Михаил Васильевич. Я всегда верил в твое красноречие.
сейчас покажу, как сыграть в кости. Такова, знать, наша судьба. Воображаю, как ты говоришь. Анна Петровна и Софья Егоровна. Какая хорошая Софья Егоровна. Я таких дамочек редко вижу. Мне есть что-то такое. Особенно. Как все пошло, мерзко. Что? Что я наделал? Что наделал? Что наделал? Что наделал? Когда я делал то, чего впоследствии не стыдился? Мерзок был, как никогда. Уважай себя после этого. Нет во мне ничего такого, за что можно было ухватиться и любить. Ты вот любишь, не понимаю. Значит, нашла во мне что-то хорошее, что можно любить. Любишь? Что за вопрос? Ну, может быть такое, чтобы я тебя не любила. Знаю. Но ты укажи мне то хорошее, что ты любишь во мне. Ты покажи мне то хорошее, что ты во мне любишь. За что я тебя люблю? Как я могу тебя не любить, если ты мой муж? Значит, любишь только за то, что муж? Я тебя не понимаю. Не понимаешь, дурочка ты моя набитая. Отчего ты не муха, а? Между мухами со своим умом была бы самой умной мухой. Что было бы, если бы ты понимал меня? Если бы не было в тебе твоего прелестного неведения? Была бы ты так женски счастлива, если бы могла постигать своей нетронутой головкой, что нет во мне ничего, что можно любить? Но ничего! Солнышко ты мое, сокровище мое, не понимаю, и я счастлив по милости твоего не видел. И у меня, как у других, семья есть, чудак, не понимаю, не понимаю. Слушай, как это мы ухитрились с тобой
мальчишку-то произвести на свет можешь. Ну тебя же не мальчишек рождать. Тебе вот солдатиков из теста лепить в пору в половину. Тут моя, не понимаю. Пусть все будет по-старому. Мир на китах, киты на вилах. Где б мы брали себе постоянных жен, если бы не было вас, Саша? А зачем ты женился на мне, если я такая глупая? Женился бы на умной. Сердится, что ли? Вы не шутите? Вы сердиться умеете? Это же открытие, душа моя. Это открытие из области... Из какой области, душа моя? Вот не пил бы, не делал бы открытий. А еще тоже мне учитель. Ну какой ты учитель? Ты не учитель. Ты свинтус и пьяниц. Пойдем спать. Теперь сколько счастья, сколько муки, какие большие удивленные глаза. Полностью, дружище, боитесь. Я и не боюсь. За себя, по крайней мере. Зачем пришла? Победить, взять крепость. Не крепость, я напрасно пришла. Я слабость. Взгляни, чудак, вверх, вон и звезды мерцают, что ты лжешь. Нет другого, которого бы я любила так, как я тебя люблю. И нет женщины, которую ты любил бы так, как ты меня любишь. Возьмем себе одну только любовь. Одиссей стоил того, чтобы ему пели песни сирен. Но не царь Одиссей, а сирена. Я сделаю из тебя то, что делал из всех женщин, бросавшихся мне на шею. Ой, какой ты хорошенький, в лунном свете, принц. Знаю я себя. Только те романы и заканчиваются благополучно, в которых меня нет. К тебе женщина пришла, бери, хватай, капай. Выкури всю, как папиросу, выжми на кусочки, раздроби, будь человеком! Слушай, я тебе в последний раз, как честный человек, говорю, уйди. В последний раз, как честный человек, уйди! А играть с собой не позволю. Еще посмотрим, кто кем играть будет, заплачешь. Гром победы раздавайся ко мне, ко мне. Ну мой, что? Мой, хоть себя погуби, хоть меня погуби, а мой. Мой. Еще посмотрим, кто кем играет. А, заплачешь ли? Анна Петровна. Ой, вы все такая черная, на силу вас узнала. Здравствуйте. Да, уже домой. Ну что ж. Ну что ж, хорошее дело. Ночь такая хорошая. Может, мы с тобой, Миш, покатаемся? Иди в комнату. Заходите и вы, Анна Петровна. Я в погреб сбегаю, сливок холодных принесу. Стакану выпьем. Спасибо, Александра Ивановна. Я,
Я домой. А, в таком случае. Разумеется. Иди в комнату. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мама. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ну? Прощай пока. Уложу ее, потом приду. Совершенно забыла об ее существовании. Жестоко! Ну да ладно, не в первый раз надувать ему эту бедную девочку. Грешить-то грешить, один только Бог будет знать. А Настя, жди теперь, пока он ее спать уложит. Час протянется, а может и больше. Муж Христа у меня узорчатый. Вдвое телеграмма какая-то. Жду до 4 часов утра. В беседке около 4 столбов. Пьяный муж уехал с молодым Глагольевым на рыбалку. Вся твоя. Софья. Как все темно и странно на этом свете. Неужели эта прекрасная, мраморная женщина с чудными волосами способна полюбить нищего чудака? Неужели любит? Это мое счастье. Это новая жизнь с новыми лицами, с новыми декорациями. Была ты, Софья, и будешь моей. Марш в беседку у 4 столбов! Чему?
что рвешь ты, друг? Пусти, а? Пьян я, пьян. Первый раз в жизни пьян. Боже мой, как я счастлив. Она послала меня, приказала наловить для нее рыбу. Уже свисает! Пьян! Постойте, моя идея. Ты слышал, что вы выдумали? Не гениально разве? Мы думаем Гамлета сыграть. Честное слово, такой театр удерем, что даже чертей затошнит. Я Гамлет. Софи, Офелия. Ну ты Клавдий. Мама у Гертруда. А я Лэнс! А ваш отец Полоний! Крыса с завеской! Буграф Венгерович, могильщики! Осип! Призрак! Люди больницы вы их! Эльсинорский люд! Ах! Как я счастлив! Доволен! Шекспир! Софи, ты, мама? Больше ничего не нужно. Впрочем, еще Глинка. Уймитесь волнения страсти. Засни, безнадежное сердце. Я плачу, я стражду. Душа исцелилась в разлуке. Я страду, я плачу. Не выплакать горя в слезах. Ну, чем не Гамлет? Я подлец! Юлию! Каков наш друг? На спиртан! Плывем! Офелия! О, нимфа! Помяни мои грехи! В твоих святых молитвах! Офелия! Александр!